передвинул в 1699 на 1 января, да? Я так сувенир могу сегодня отметить Новый год? У меня елка еще стоит. Наоборот, задождитесь, осталось неделька. Да. Парочку. Ну и смотрите, Евдокия Свистунья сегодня. Она же Авдотья Плющиха. Не в том смысле, что кого-то плющит. Нет. Дело в том, что... Представляешь, просыпаешься с женщиной. А она Плющиха. Или Свистунья. Не, такой посвисти. Посвисти, а звука нет. А у вас была женщина, которая свистеть умеет? Во время этого? Не надо, Влад. Во время этого не сложно свистеть, я вам так могу сказать. Не знаю, вам виднее, жаль. Значит, крестьяне уже всерьез задумывались о будущем урожае. Подыскивали... Смотрите, фраза такая. Подыскивали работников. Крестьяне подыскивали работников, то есть нанимали, и именно в этот день заканчивались сроки зимнего найма.